Слушаем про Рознуар, да? Окей, давайте. Смотрите. Скажу вам так, пацаны. Начнем с того, что Рознуар, который был состав вот этот вот, который дисбандался, да, якобы. Этот состав я не собирал. То есть, это не люди, которых я позвал, собрал в команду. Это люди, которых я позвал, исходя из того, что было доступно мне в тот момент, как из игроков. То есть, они были лучше, чем другие. Это очень важный момент. То есть, это не была команда. Во-вторых, в команде были между игроками, не буду называть ники, недовольство. Не в игровом плане, это сейчас вообще не про игру идет. То есть, если вы думаете, что все сводится к игре, то нет. То есть, люди же сидят сутками в Дискорде, да, там каждый день общаются, и, там разговаривают. И у людей может быть разное видение на что-то, то есть они по-разному воспитаны, выращены. И т.д. и т.п. То есть, и в связи с этим в команде были моменты между игроками. То есть, кто-то был кем-то недоволен, в том числе и я тоже. Вот. На данном этапе мне не особо хочется кого-то учить жизни. То есть, как правильно поступать в той или иной ситуации, как себя вести в той или иной ситуации. Объясню почему. Потому что, когда я нахожусь в команде, 4 человека, которые со мной в команде, они должны быть нормальные. То есть не, это не за игру идет речь. Нормальные в плане того, что нормальные по жизни и в жизни. Нормально вести себя, нормально поступать и т.д. и т.д. и т.п. Понимаете? Из этого много вытекает. Вот. И это не только у меня было. То есть у других тоже было, что кто-то кому-то не нравился. С таким подходом, с такой ситуацией в команде, особо команды не получится. Вот. Поэтому... Те, кто говорит, что якобы команда распалась из-за меня, или так далее, команда распалась из-за узов, то полный придурок. Потому что, блядь, я играю в эту игру очень много. Мне без разницы, я проигрываю или выигрываю, ну, по большому счету. Я не тильтую с узов. Я тильтую с того, что люди меня не слушают. В большей части, в каких-то моментах. То есть, в жизненных, в личных, в любых каких-либо моментах, если я вижу, что человек поступает неправильно, или он не прав, и он со мной спорит, я с этого тильтую намного больше и серьезнее, чем с игры. А я куда иду, блять, нахуй? Поэтому я понимал, что команды не будет, мы не проживем, то есть как команда. И лучше разойтись на этом этапе. С ваншотом я хорошо общаюсь, типа, и сейчас, и тогда, и в жизни, и в игре, и везде. Вот. И отношусь к нему как к своему младшему братишке. И он знал, в принципе, что такое может быть, поэтому для него это не новость была. И он на меня не обиделся, и так далее, и так далее. Я его не кинул, блядь, как некоторые говорят. Вот. Это вот самые ключевые моменты. Блядь, меня вот просто, знаете, пиздец как бесит, когда я захожу в YouTube, и у меня выходят вот эти рекомендации, блядь, вот эти мнения каких-то, блядь, сука, детей, недостримеров, блядь, которые нихуя не знают, но, блядь, язык у них, блядь, как помело просто, блядь. Я это знаю, там вот этот это сказал, там вот этот сделал, вот так произошло, я, блядь, ня-ня-ня, его аудитория сидит такая же, да-да-да, блядь, ты у нас божественен, ты у нас, блядь, самый лучший, я в тебе верю, блядь, я тебе верю. Поэтому я сказал, что, блядь, те, кто не знают, пожалуйста, не открывайте рты, и не нужно, блядь, пиздеть то, о чем вы не знаете. Если у кого-то есть интерес, напишите, спросите, что вам ответят. Вот это то, что вам положено знать. А не говорите от себя, блядь, я там слышал, я там то. Поэтому я написал про вот эти сплетни и так далее. Потому что меня это просто вымораживает. Конечно, я не буду рассказывать детально, да, кто в чем виноват, кто там что сделал, блядь. Потому что это сугубо мое мнение, да, там. Каждый все равно по-своему это все видит. Все мы люди, у каждого есть свое мнение. Как говорится, сколько людей, столько мнений. А, смайл, да, конечно. А кто у меня на линге, блядь? А, блядь, Мару. Поэтому я чуть, короче, сгорел с этой темы, что, блядь, все пиздят. Вообще, в последнее время, блядь, в Ютубе вообще я захожу, там реально, блядь, каждый второй пиздит. Каждый стример, блядь,
своим долгом считает что-то сказать, блядь, по той или иной теме, блядь. Вчера захожу, блядь, там Сметана нахуй сидит, блядь. Да Деву, блядь, то, сё, если бы они играли против трех этих команд, так как против нас, они бы всех выиграли. Блядь, Деву играли против... Вот они слили, они выиграли нас первую игру, и слили потом три игры челом, типа, которым не должны были сливать, как по мне. И они играли примерно так же, как мы играли против Деву. То есть, они реально против нас играли как какой-то MPL стак. То есть, мы даже пересматривали эти игры. Визер попадает снайпами по инвизнутой Наташе. Просто, там, Келет просто игру жизни выдал. У него там просто 10. Он бегает, убивает все, что движется на этой карте. Просто бегает и ебет всю карту, Келет. Визер тоже ебашит здраво, типа. Даже учитывая, что у нас Наташа, которая должна была его заебать, он все равно охуенно отыграл. Все против нас играли очень хорошо. А тем временем Деву против остальных. Ну это реально было пиво. Ну я не знаю, как назвать это, кроме как пивом. Просто мы смотрели эти игры и не понимали, а что вообще делают Деву? Типа они против нас так не играли. И это неприятно. Если бы они против нас так играли, мы бы, может, даже выиграли, я не знаю. Блять. Просто сидит и хуйню несет. Как относиться нормально? Учитывая, что мы первые играли с Деву, когда они были типа в нормальном состоянии, и т.д. Ой, хуёв, ты пожёгал? А я его закрыл. Когда они были в нормальном расположении духа, в нормальном состоянии, у нас была игра, блядь, 25 минут там пота, блядь. После этого он говорит, что они против них играли нормально, а против всех остальных, блядь, слабо. Ну... Просто вот как нахуй на это реагировать? А потом типа удивляются, что к ним относятся хуёво. Так вы закройте свои пиздаки и сидите, блядь, не открывайте рот там, где вам не надо вообще. Не говорите то, чего, блядь, вообще не нужно говорить. То, чего вы не знаете. Так про Деву, пацаны, что говорить? Это ПО один, это вообще, ну, ни на что не влияет, по сути. Ну, блядь, что-то не так у пацанов там, что-то, блядь, не идет там, какой-то настрой в команде может, блядь, миллион причин может быть. Так, Мадара, дело в том, что, блядь, там не зависит от того, у кого ты сидишь, блядь, этот фрик пиздеж, он у тебя выходит в рекомендациях постоянно, блядь. Ой, сегодня, блядь, такой стример высказался, блядь, почему туалетную бумагу стоит покупать, блядь, двухслойную. Сегодня такой стример высказался, блядь, что... Почему, блядь, стоит покупать, блядь, влажные салфетки между туалетной бумагой? И вот просто это в Ютубе, блядь, просто пачками, блядь. А, я типа танчу, блядь, Харли. Понял. Купи, ты мучишь соперника в старте гейме, чтобы не считать высер машины 11-летних? Не мучу, зачем? Этот раз ой-ой-ой, прожимай, Пасло добить чуть-чуть, нет, все-таки погибайте, зону добить. Это что, победа, что ли, Ракуза? Это 2-0. Могут это дело запушить, там выходят, конечно, крипы, но... Если человеку, блядь, смысл жизни написать чат что-то, зачем мне там этот, я уже давно не в том возрасте. Для меня, пацаны, это не серьезно, типа, что-то писать в чат в игре. Ну, блядь, для меня это признак женственности, хрен его знает. Хочешь что-то написать, хочешь что-то сказать, ну, блядь. 2023 год. Попроси, напиши в личные сообщения, попроси номер, позвони, созвонись, договорись, встретиться. Если ты показываешься таким взрослым, таким крутым, блядь, договорись, встретиться на нейтральной территории. Приедь и в лицо человеку скажи тот негатив, который ты к нему испытываешь, если сможешь, конечно же. А то, что в чат это писать, ну, блядь, я так в 17 лет писал, 18. Кто тут сидит у меня? Пацаны, мальчики, девочки. Вот, я надеюсь, хотя бы вот для тех 100 человек, которые сейчас сидят, я для вас запускаю иногда. Просто для вас, чтобы с вами поговорить, честно, мне не надо от вас ничего, ни денег, ничего, ни просмотров там нереальных, вот. И просто хочу, чтобы там вот хотя бы вот эти 100 человек, сидя у меня на стриме, смотрели на ситуации по-другому, шире,
обширнее на ситуации, вели себя достойно, достойнее, чем те, то большое сообщество, которое есть остальное. Вот. Поэтому всех вас обнял. Вот. Хороших вам. Хорошей вам трудовой недели. Хотел сказать хороших выходных, но хуй вам. Завтра понедельник.